Крымская светлица – единственная украиноязычная газета, издававшаяся в Крыму 24 года и прекратившая свою деятельность в марте этого года, возобновила свою работу в Киеве. Уже напечатано 3 тиража издания. На этой неделе газета появится на полках киевских киосков. После 24 лет работы единственная украиноязычная газета Крыма «Крымская светлица» в этом году прекратила свою деятельность на оккупированной территории. По решению национального газетно-журнального издательства редакцию из Симферополя перевезли в Киев. Некоторые сотрудники перебрались на материк. Мой батько был другим главным редактором, и тому она вырастала майже на моих, я вырастала на ее очах, чи вона на моих, це вже таке. Тобто половина моего життя пов'язана з цією газетою. Крымчанка Ирина Миткалик 8 лет была литературным редактором в «Крымской светлице». Здесь, в Киеве, теперь отвечает за выпуск газеты. Это и новый дизайн, и, ну, взагалі новая подача, я бы сказала так. Суть материалов тоже трошки изменилась для вступников. То есть, как можно крымчанам, которые проживают в Крыму, вступить в высшие навчальные заклады Украины, що для цього треба зробити, як зробити і тому подібне. І плюс юридичні поради для тих, хто проживає в Криму, тобто як там, скажімо, одержати новий паспорт. І для вимушених переселенців деякі поради. В киевской редакции работают исключительно крымчане, но руководителя пока нет. Конкурс на должность главного редактора выиграл симферополец, филолог Виктор Межвинский. Сейчас он воюет на востоке Украины. Новый еженедельник планируют продавать в киосках Киева и Херсонской области, а также в поездах, которые едут на юг. То, что не продадут, будут раздавать на административно-пропускных пунктах. На кошти, які надаються бюджетом, на підтримку культурологічних видань. Тому що сьогодні загальнополітичні газети не можуть фінансуватися бюджетом України. Тобто ми стараємося йти до нашого споживача через культуру, через відновлення мовного середовища і так далі. Тобто менш політизованого такого, заполітизованого. Газета будет выпускаться каждую пятницу. Издатели надеются, что уже на этой неделе возрожденная «Крымская светлица» будет продаваться в украинских киосках. Исмаил Газиев, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.